Молодцы, ребята. Сегодня я могу похвалить Альберта, который прекрасно решил эту задачу. Амина, которая всегда готова к уроку и может ответить на любой вопрос. Общаться с детьми самое лучшее, что есть на свете, мне кажется. Только утром просыпаюсь, и я еще об этом помню вечером, что я должна утром проснуться, что я должна успеть, что я должна быть им рада, ничего не показать из своего внутреннего состояния, чтобы они меня видели только в хорошем состоянии, только веселой, радостной. И это им передается. Если я сюда зайду грустная и злая, кто же меня тогда будет слушать? Да, я стараюсь иногда какой-то юмор свой внести, чтобы они хотя бы утром проснулись, улыбнулись, похохотали вместе и пошли дальше. Здесь у нас очень дружный коллектив, и в этом коллективе очень много учителей, которых лично я обучала. Поэтому они как дети мои, вот сейчас только что вышло, я их очень люблю. Даже директор школы, который сейчас у нас, это моя ученица. Учителя, они как свет в пути. Какое же нужно огненное сердце иметь в груди, чтобы людям свет нести. И человеком с таким огненным сердцем является Фатима Магометовна. Фатима Магометовна и мой учитель. Я хочу поблагодарить всех учителей, которые, не жалея себя, отдают детям.